проснулась, смотрите, волосы током не расчесала, не привела в порядок, и сейчас пойдет клиентку встреч. Разрешает себе быть такой, какая она есть. У нас нету цели, чтобы показать, что мы крутые. Наша цель, чтобы вас крутыми сделать. Да? Понимаете, нет, ребята? Вот. А на меня крутого мастера нету. Вот, Все, вот увы, на увы. такую Альфию-Гульфию, вот. Ну, нету такого мастера, потому что есть все под одну копирку. Все похожи, как зомби, блин, да? А вот такое зондирование нету нигде. Наши работы вы можете посмотреть ВКонтакте. Шафигуллина, Альфия. У нее все ее работы там выложены. Иногда вот сейчас, сотворяя свой контакт, ой, это в ТикТоке, страничку, где буду рассказывать, как мы живем, как мы стрижем. Это как, знаешь, как вот это есть же вот эта парикмахерская в Москве, Саранская, Да, как... цируль, а нет, для центрофуга. Центрофуга, да? Да, она знаменитая, она крутая, мне она нравится. Вот это, как зовут, Лена ее зовут. И вот Альфия у нас тоже сейчас будет рассказывать, как мы живем, как мы работаем, как мы кайфуем. Вот так иногда кофе сидим, пьем Да? с грязных стаканов. Вот так мы живем, вот наш огород. Ну, я Понимаете? хочу сказать, что мы показываем вашу жизнь. Это ваша жизнь такая. Да, Просто да. вы ее закрываете, а мы ее открываем. Да, мы ее открываем, и мы не боимся этого. Если кто-то что-то вякнет, ну, пожалуйста, ради бога. Если тебе так интересно в этом кого-то обсуждать, осуждать, ну, это твое право. Вот Потом... в этом халате пойду Да, но встречу не забывай, и что красивых потом, кого-то. не забывай, что потом прилетит карма твоя, твоя карма, понимаешь, и твой бумеранг. Не забывай. Потом не плачь, что у вас дети болеют, что у вас деньги теряют, что у вас работа теряется и так далее. Нет. Когда вы осуждаете кого-то, все, привет, передай. Нет. Все.